Друзья, привет! Приветствую вас на канале «Немецкий язык по плейлистам с нуля». По вашим заявкам мы продолжаем данный плейлист. И как пишите в комментариях, только вперед, нельзя останавливаться. Значит, я так понял, что наше немецкое сообщество одобряет продолжение данного плейлиста, поэтому мы продолжаем. И давайте проверим, как мы запомнили некоторые слова и выражения. Диктант по словам. Итак, переводим. Плавать. Швимен. Швимен. Лететь. Флиген. Флиген. Слушать различные песни. Так, слушать различные песни. Получается hören, различные verschiedene и песни Lieder. Hören verschiedene Lieder. Слушать. Hören. Hören. Слушать эту музыку. Hören diese Musik. Hören diese Musik. Поехать в Китай. Что поехать в Китай? Fahren nach China. Fahren nach China. Слушать эту песню. Слушать. Hören эту песню. Dieses Lied. Это T. Hören dieses Lied. Ну, здесь пока, мне кажется, самое простое просто запомнить вот эти именно фразы. Да, согласен, что можно путаться, но просто обращайте внимание, что, видите, именно эту музыку будет diese, hören diese Musik. Если, значит, слушать эту песню, получается, видите, hören dieses Lied. Отлично. Поехать в США. Fahren in die USA. Fahren in die USA. Поехать в Америку. Значит, пока просто еще раз поехать, это будет fahren, fahren. А ведь транскрипцию мы с вами посмотрели, fahren. Здесь просто хочется еще раз обратить внимание, видите, долгий звук а, fahren, fahren. И в Америку получается fahren nach Amerika, fahren nach Amerika. И хочу вам сказать, что действительно часто слышится вот звук р в немецком языке, как такой вот г, 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 то есть х только звонко, г, г, как будто рот полоскаем. Поэтому вот многие, может быть, особенно не носители, говорят Америка, чистое р, но часто слышится там именно вот такое г, как здесь фаген, фаген, то есть как х только звонко, фаген, фаген, фаген нах Америка. Далее, покупать хлеб. Значит, вот транскрипция по вашим заявкам. Видите, нах, нах, долгий звук а, нах, Америка. Покупать хлеб. Kaufen Brot, Brot, долгий звук о, Brot, Brot, kaufen Brot. Повторим, schwimmen, fliegen, hören verschiedene Lieder, hören, hören diese Musik. Fahren nach China. Hören dieses Lied. Fahren in die USA. Fahren nach Amerika. Kaufen Brot. Покупать. Kaufen. Kaufen. Поехать в Берлин. Fahren nach Berlin. Fahren nach Berlin. Отлично, друзья мои. Давайте еще раз повторим. Получается kaufen. Fahren nach Berlin. И переводим уже целое предложение. Я лечу в Германию. Я лечу. Ich fliege
В Германию. Нах Германию. Deutschland. Ich fliege nach Deutschland. Я покупаю это. Я, ich, покупаю, kaufe, это, es. Можно, например, добавить здесь. Я покупаю это здесь. Еще будет слово here. Ich kaufe es here. Я лечу в Берлин. Я лечу. Ich fliege в Берлин. Nach Berlin, Berlin. Ich fliege nach Berlin. Я лечу в Америку. Я лечу. Ich fliege в Америку. Nach Америку. Америка. Ich fliege nach Америка. Мы летим в США. Мы, wir, летим, fliegen в США. Значит, помним, что это исключение, потом будет лететь в США, fliegen in die USA. Wir fliegen in die USA. Я еду в Америку. Я еду. Ich fahre в Америку. Nach Америку. Америка. Ich fahre nach Америка. Он плавает намного лучше. Он. Плавает. Swimmed намного лучше. Значит, намного будет feel лучше. Besser. Swimmed feel better. Я слушаю различные песни. Я. Ich. Слушаю. Höre. Различные verschiedene, verschiedene песни Lieder. Ich höre verschiedene Lieder. Она покупает мясо. Она, sie, покупает. Kauft мясо. Fleisch. Sie kauft Fleisch. Вот я тоже шел вчера по улице и вижу там вывеска. Значит, там крупными буквами написано там мясо, рыба. И на автомате я уже читаю, соответственно, Fleisch, Fish, на автомате просто даже это происходит. Поэтому вот тоже, опять же, когда вы идете по улице, сразу можете уже переводить там, я вижу что-то там, и вот у вас должны быть вот эти вспышки. Вот если вы действительно погружаетесь в среду, получается sie kauft Fleisch. Далее. Я слушаю эту песню. Я слушаю. Ich слушаю. Höre эту песню. Dieses песню Lied. Ich höre dieses Lied. Отлично, друзья мои. Повторим. Ich fliege nach Deutschland. Ich kaufe es hier. Ich fliege nach Berlin. Ich fliege nach Amerika. Wir fliegen in die USA. Ich fahre nach Amerika. Schwimmt viel besser. Ich höre verschiedene Lieder.
Sie kauft Fleisch. Ich höre dieses Lied. Я еду в Берлин. Я еду. Ich fahre в Берлин. Nach Берлин. Berlin. Ich fahre nach Berlin. Он покупает хлеб. Он. Er покупает. Kauft. Хлеб. Wort. Er kauft Wort. Я еду в Китай. Я еду. Ich fahre в Китай. Nach Китай. China. Ich fahre nach China. Я еду в США. Я еду. Ich fahre в США. In die USA. Ich fahre in die USA. Они покупают это там. Они. Sie покупают. Kaufen это es там. Dort. Sie kaufen es dort. Я еду в Германию. Я еду. Ich fahre в Германию nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland. Я еду домой. Ich fahre домой nach Hause. Ich fahre nach Hause. Я покупаю сок. Я покупаю. Ich kaufe сок. Saft. Ich kaufe Saft. Ты плаваешь очень хорошо. Ты. Du. Плаваешь. Schwimmst. Очень хорошо. Sehr gut. Du. Schwimmst. Sehr gut. Он плавает хорошо. Он. Er. Плавает. Schwimmt. Хорошо. Gut. Er schwimmt gut. Ich fahre nach Berlin. Er kauft Brot. Ich fahre nach China. Ich fahre in die USA. Sie kaufen es dort. Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Hause. Ich kaufe Saft. Du schwimmst sehr gut. Er schwimmt gut. Они слушают различные песни. Они. Sie слушают. Hören. Различные. Verschiedene. Песни. Lieder. Sie hören verschiedene Lieder. Я покупаю это онлайн. Я. Ich покупаю. Kaufe это онлайн. Es online. Ich kaufe es online. Мы слушаем музыку. Мы.
Wer? Слушаем. Hören. Музыку. Музик. Wir hören Musik. Мы слушаем различные песни. Мы. Wir слушаем. Hören. Различные песни. Различные. Verschiedene. Песни. Lieder. Wir hören verschiedene Lieder. Я лечу в США. Я лечу. Ich fliege в США. In die USA. Ich fliege in die USA. Она плавает лучше. Она. Sie плавает. Schwimmt лучше. Besser. Sie schwimmt besser. Я покупаю рыбу. Я покупаю. Ich kaufe рыбу. Fish. Ich kaufe fish. Мы летим в Россию. Мы. Wir летим. Fliegen в Россию. Nach Россию. Russland. Wir fliegen nach Russland. Я слушаю эту музыку. Я слушаю. Ich höre эту музыку. Diese музыку. Musik. Ich höre diese Musik. Я еду в Англию. Я еду. Ich fahre в Англию. Nach Англию. England. Ich fahre nach England. Повторим. Sie hören verschiedene Lieder. Ich kaufe es online. Wir hören Musik. Wir hören verschiedene Lieder. Ich fliege in die USA. Sie schwimmt besser. Ich kaufe Fisch. Wir fliegen nach Russland. Ich höre diese Musik. Ich fahre nach England. Друзья мои, отлично! Я очень рад, что благодаря вашей поддержке наше немецкое сообщество растет, и мы продолжаем данный плейлист. Обязательно пишите о ваших результатах, и впереди, друзья мои, контрольная работа. Краткая подготовка и контрольная работа, так что готовимся, друзья мои.